У меня вопрос такой. Вы, как кастинг директор, какие-то интернет-ресурсы просматриваете в поисках новых лиц актерских? Или вот только когда к вам на кастинг приходишь через киносферу? Объясните. Никогда. Мне надо пощупать живую. Я хожу по всем институтам, я их взращиваю себе, знаю, кто уже учится. Могу со второго курса взять, и с третьего курса. И так вот я их поднимала, потому что чем раньше в кино поднимаешь на съемку, тем будет лучше. Поэтому нет, я все должна пощупать каждого артиста. И надо ходить каждый, надо даже себя не жалеть. Даже когда ты один день не ходишь, думаешь, ну, все-таки у меня же есть семья, у меня же все-таки есть дом, мне же все-таки надо что-то готовить, стряпать и так далее и тому подобное. А, это плохой день для моей работы, что я не посмотрела. Это правда. Никогда по мордочкам не выбирайте. Мордочки всегда обманут.